Я не уверен в хилах. 4 хила там для цвешки вроде нормально, один шаман нормальный. Второй один. Сейчас жахнем в 2. Даже 3. Чё? А, Лачдан и Never Sleep. Ну и для подстраховки этот НХ у вас будет. Типа кика стоит. Четвером. Не, ну я могу тоже Аршама не пойти, мне так. Нет, так. Оня, надо лететь. Мастерол, ты танк. А ты гонишь. Ну да, слева. Я как бы, не готов еще. Чем могу помочь? Как только приодену этого ДК-240, буду танчить. Ступай. Пока что рановато. Думал, приоделся, думал, сейчас ДПС поставлю. Ну как поставлю, посмотрю хотя бы. Я тоже думал, сейчас подамажит ару. Котецкий. А что-то лишняк, да, какой-то? Ну да. Мы же без замены или заменами? Заменами. Так. Ой. Долго тусовался где-то, прист. Я пати тебе кидал, на замене сидишь. С любовкой, которую ты слышишь, 10. Никуда не покидай. В дискорде будь. Значит, если вдруг кто-то отвалится, должен быть. Ну, на остальных я походу варом. Ой, палом пойду. Это уже посмотрим. Ну, пала, ты для чего одеваешь, скажи мне? Танкование, ДПС. Как-то вот разделил, что на варе у тебя танк ДПС, что на пале получается. Тогда. У меня еще и ДКшник есть такой. Правда, я его даже не начинаю пока одевать. Сувоним людей. А, лок в инсте есть уже, да? Локи есть здесь. Все, пошли в инст. Локи в инст, все остальные в инстку здесь. Давайте быстренько. Наше время, ребята. Перед резкой отдохнете. 4 инста закрываем сейчас. В инсте заезжаем. Сейчас суманем 25 человек и уже начнем тоже быть. Во, ты ДК танком одеваешь? Это тема. Давайте локи шкаф. Включить активацию голоса. Они вам ДПС прибавляют. Только у вара. Там маленький дракончик, если прыгнуть в яйца, тоже добавляет ДПС. Правда, почему-то потом ДП залетает. Производственные издержки, так сказать. Вечер в хату, пацаны. Ребята, привяжите мне, пожалуйста, Локу к паладину, кто-нибудь погладит Дариан. Локу. Я просто разговаривать в гичате не могу, поднимите кто-то звание. Звание и привязать мне надо. Заметку тебе что написать? Да, не, ничего. Юля бомж. Я не умею, правда, Локом-то жить.
Пошел ты нахер, 240. Все, заметку написал. Ты как-то он ржет нехорошо. Ой, чекай. Юля не любит. Вот, спасибо, красава. Хорошие заметки. Блять, я в танке, да? Мать в одного танка. А, метку на второго танка. А, это танк, все, понял, понял. Шаманов, раскидай попахи. Да, я понял, тут танчик. Какие-то сообщения можно прилагать к пожертвованию? Ха-ха-ха. Ну, короче, все поняли, Войду ничего не скидываем. Фонд помощи шаманам. Что ты про мать дракона говоришь? Дёхор нули. Бля, задум. Задум. Привет. Если чё, она выйдет, а можете убежать в пещерку. Я понял. Ах!
А где у нас напомнил? Мы после дыхания. Все, сейчас, подожди, Дымыча бьет. А где у нас на поле, да? Нету, походу. Где у нас у Лока раскол? Походу нету. Он что зайдет? Все, покинул тело. Он что зайдет? Обязательно было это все звучать. На него хотя бы отыграем. Хотя бы мобов этим рейдом убьем. Он завис в самом начале, стоял там, потом умер, и вот он нас где-то там валяется. Офнулся-то, походу. Есть рыбка? Ты чё, червь? Какая гадость, он хуже боже, тебя. Ты так-то мерзкий. Ну так, фонд помощи Вайда пашет. Ну а к шкафу тоже. Что за хрень? Кто шарит квест? Значит, у меня этот раз есть будет, потому что мне никто ничего не шарит. Со мной нужен будет. Смотри, три на пула пошло. Лучше на мангиалы киньте, уже двадцатку дают. НХ лагает. НХ лагает мне, просто экран встал. Не прохилит втроем ГП.
Да, я уже должен был большого ловить, да? Это дракон, если чё. Фу, нага. Большой. Не успею, думаю. Раги. Перед лицом не стоим, босса. Ёпта, закинула меня. Тебе не уступили подушки? Десятки. Заебись, и танка шотнула, блять, как нахуй. Оф танк. Смотри, бам, нахуй на рейд повернул, хорош. Я все понимаю, но кто-нибудь покажите мне хоть один тотем на три. Мертвый шаман тотемы не ставит. Покажите мне еще одного хила, кроме ДЦ. Пересади мне в танк, пожалуйста. Я перезайду в игру, потому что у меня просто весь... Выходим с инста. Бежит на нас, блин. Лимон, почему ты в середине танчишь? Он где словил, оттуда начал вести к стенке по чуть-чуть. Правильно делал? Он не вел его туда. Да, конечно. Я потом умер, и он, короче, исчез.
Не знаю. Написано дыхание, но как бы стоял сбоку. Там еще танка шотнула второго. Все, у нас 3 лока, 4. Давайте СС уже распределим, раз все так сложно. Нахер лок там. Вон тут Виталя рыбу подгонял мне. Кушайте. Твинси без бафов бежит к нам. Давай, давай. А ты? Ля-ля-ля. Не пойму, ему не понравилось Райли не потому, что ничего не говорится, что ли, типа? Или у него ДБМа нету? Нет, его выкинуло. Его заменили быстро, но вообще, по факту, Руида могли бы... Мы что, должны на него, блядь, ждать? Большая потеря. А я креста. Большой. Все сбежались к большому. Почему дракончики стоят в центре? Я не помню. Я не знаю. Скажу честно. Да
дыхание. Да нет, это я портанулся, видно, неудачно. Большого отошли все милики. Говно. Ребята, вы в Виклик бегаете, да, 25-ки? Это честь для меня. У меня, да, я уже квест завязал. Жадина, говядина. Какой есть. Ты людям не рассказал, что будет за помощь войду.
У меня такой вопрос. Вот, а чем больше голды я буду вкидывать, какие-то дополнительные плюшки будут появляться? Тебе скажут спасибо. Ну да, он там кланяться в какой-то момент начинает. Все, понял. Заходишь в игру и сразу. Через постель. Реверанс там, все дела. Это, короче, как Зойл. Это, короче, как Зойл, по-любому. Сейчас будет продавать печеньки за помощь, войду. Это значит 10к голды, да, стоит? Все, запомню. Там аукцион можно устроить, понимаешь? Он тебя обидел, похоже. Так она бежала, короче, без бафов, без ничего, а ты без нее пулил. Я исправно такой на твой смон. Я, ну, прилетел, мне дропли суммонили, нормально. Это как, короче, в супергеройских фильмах. Только, блядь, победили злого, нахуй, а потом сразу менты проезжают, да? Ну, это непонятно, они пришли просто почистить. Да. Ничего, 34 кхп под флаской, нормально. Чекнул. Да, приходил. Привет. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с Твися? Тут Пугачева. Те из вас, кто смогут
Почему будет Пугачёва на известный? Давай я мейном буду, а? Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Дал раскол. Зачем? Ну как топ танк? Вар. Дима 49. 0 ДП, 0 ГП. Да, это ж. Он еще с неприклонных у нас. Даже боюсь подумать, как оно сейчас плюнет. Не убежала. На ком дебаф? Подбегите к танку, о, хорошо. Надо было ачивку сделать. Света, убегай. Бедняжка. Господин. Смотри, где. Они ледяные ревы, ореолы.
Ой, что это было? Это агро. Это Хансон, понял. Ах ты негодяй! Выживатку. О, щиток. Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Смотрю, толку с того, что я кидаю на Дима, что нету, да? Щиток. Придется на задумок кидать. Димыч, я на боссе, ты на мелких. Мне на боссе легче стоять, косты сбивать сразу. Да я знаю. Тут протопало почему-то хреново, я агро пошло. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Щиток, который, да? Это если в соло таргет. Ага, ну так я не вижу смысла снова. Ну вот Лимон меня вообще не понимает ни разу, блядь. Он, блядь, всех танчит, ну. Да шо с нахуй туда спекнешься и все, блядь. А им чё через Жараксис бьёт, короче, походу, не танка? Шитар, Фурика. Фурик не умрет. В туре надо без танка было идти. Нету. Я нового не нажимал. Можно банить их. Знание Локи. Ты тоже. Кто умер, встали и зашли. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов... Убрали этот тема и отошли налево. Что вы там в центре стоите?
помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Войт, уйди! Никакого заговора здесь нет! Войт, уйди с центра! И поплатился за это! Турнир продолжается! Ну, Верховный Лорд Кирин Форлин кричит: тише! Но никто не запустил. Что тебе угодно? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победим... По воинам дайте каски. Так, ремень ты забрал? Я. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Давай сюда, блин. Дыгдымыч, просит ты ему дал ремня. Дыгдымыч, да. Давай отдай ему ремня. А, блядь. Где Дыгдымыч? У меня где-то было штук 5 камней на 45. Как это, стамины закину на тебя на ДК. Да я думал воин надевать варен, но чувствую, что-то не заходит. Прохил танка. Чучел, какой звездопад нахрен? Кто контроль опять снял? Какой АОЕ нахрен? Саня врывается. Да блин, достали. Все стадо бегает, можно было туда сразу. Куда он прыгнул? Блять, иди сюда. Все, не забывай, ШП и чернокнижники АОЕ дают.
Шаман без маны, Вучайпер. Шаман. Шаман что? Шаман без маны, не шаман. Короче, еще дальше стал в соседнем инсте. Честно. Ты че, до Долорана не добивает? Я тут ее держу, чтобы она по вам не садилась, робот. Если я немножко выведу, то вам... Да жопа. Подойди уже. Пороги койл дадим, и все. Даже в ШП не уйдет. Слушайте, ну в любой гере такие мауе по всем и сниманием всех дисплеев, всех контролей, это вайп скула вообще. Конечно, идем. Держи в курсе. Потом за геру говорит. Хотя бы десятку, да. Я тоже так прошу, за десятку можно. А шо вы, да, ТЛК пронесли? Просто? Нет, по расписанию календарь, смотри. Четыре босса. Я тебя шандролю. Я тебя шандролю. Шандролю. Гильдия анролы сразу бы. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали... Он так не упадет. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Ждет битва с королем Личом. А можно рыбку? Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Вот, поставил. Тотемы сагрится, уберите тотемы. Начнутся! Тотемы. Ешьте, кому нужна рыба. Как он распоряжается моей рыбой, ёптую мою. Я сказал сразу, что твоя рыба была. Так что... Ой, сколько она там стоит? 50 голды. А, обычная? 8 или 5? Ну, тем более. Твоя рыба, блин. Твоя рыба у тебя, знаешь где? Света, зайди ко всем в таргет. Тактика победителя. Победителю не судят.
это было черное, да? Где бдительность, дайте что-нибудь. Я раскол уже давал. Были собычки, я их распилил, ну. У меня не хватает, но у меня всяких слотом. Забираю нахуй сюда. А кому надо выбор? Давайте по ДПС, что ли, отдавать или как? В смысле? Три не по ЕП обычно, 25. Ну да. Я заберу за КП дальше, по мне похуй. БЕшка в ГБ. А, сейчас. Говно. Живак, отдай боешку этому войду. Дум сролил выбор твой. Ну так я специально я говорю, я отдам по топ ДПС. Либо за твой топ ДПС. Давай кидай на ролл по ЕПГП и все. А кто-нибудь запустил? ДК настал. Давай я буду спекой, чтобы быть там ДПС. ДК, это твое время. Все пароли. Четыре человека. Не все в этом. Он просто не выставлен в этом. Биг Димич, мастера, он батлден в ДК и живака. Четыре человека, бестолочь. Наш чувак. Так у тебя все не как у людей, потому что... На, был еще один ролл. Если не видишь, значит тебя в чате на функции отключили. Ну, пара, если по роллу, то по роллу живака выиграл. По какому роллу? Не, мы по ЕП отдаем. Я забираю за ГП даже, не похуй. По его я забираю Дим Дымыч, если по ГП. Ну да. Кидай трейд Дымыч, если он выиграл. Я не знаю, кто там. Точно? ГП он. ПВП Лимон выжил. Лимон, летим с тобой. А, оп, ты дал. На лету сережку потерял. Ну я же говорю, отключил. Все, отдал лимону, давай снимай с него. На 4 хп. Ты что там, косарик, да? Больше. 4. ГЦ, ГЦ, лимоша.
А, он ни хера не будет, думаю, что могу поспорить. Прочес. Пошел на туре. Ставить надо на лужу. Опустили лужу. Или ваншотник. Нормально я пожался. Ничего, скорби бегают, давайте рещи поскорбим. Через 10 секунд только босс появится, и только 3 лужи останутся. Так, мы сейчас уже переводим. Фартануло. Они в станах. Сейчас еще они были. Диминишн. Ботим. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования.
соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. На Гроле на МТ пойдем. Ой, МЛ, мастер лут. На токены. Ребята, можно вопрос? Другие стролил тканевые штаны. Зачем они ему? Кому-то отдать или что? Какой другие? 45-й. Ну да, если можно, или на ролки. Ну на лока там, нет, там без духа, там синтой. Можешь на ролки. Конечно. Давай, вот за это... Лоса написал, сову хочу собрать. Да сова нафиг, приоритетнее малыши надевать, один вот и так.